плане такой воспитательной работе, о том, что вот эта рабочая программа... Убрать тревогу, мешает? Нет, рабочая программа воспитания, она будет частью основной образовательной программы. Как это будет сделано и как бы, скажем, как будет она рассматриваться в рамках учебного плана, вот, это я вам не могу сказать, потому что все идет вот пока на этапе утверждения, на этапе, вернее, проректором по учебно-воспитательной работе, также согласовывается с председателем студенческого совета Института педагогики. Это Ирина Мария у нас. Ну и, пожалуйста, это оглавление. Потом идут основные части. Общее положение, нормативная база, концептуальная основа программы, принципы организации, цель и задачи воспитательной работы, содержание условий реализации воспитательной работы, работа в институте педагогики, основные направления воспитательной работы и виды деятельности обучающихся, формы и методы воспитательной работы, ресурсное обеспечение реализации программы, основные целевые показатели и мониторинг воспитательной деятельности. И вот здесь, пожалуйста, основные целевые показатели воспитательной деятельности Института педагогики и их значения. Здесь вот по каким показателям в следующем учебном году